Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное и простое блюдо. Давайте приготовим. Нам потребуется 2 яйца и 1 желток. Муки я взяла 500 грамм. Масло сливочное 100 грамм. Я его чуть подтопила, как видите, в микроволновке, но не полностью. Сахар у меня тут 150 грамм. Высыпаю в яйца. Вот там вот осталось, у меня где-то чайная ложечка. Оставляю так. Высыпаю в оставшийся сахар, там где-то чайная ложка. Высыпаю дрожжи, не все, вот 2 чайные ложки дрожжи нам потребуется. Вливаю сюда молочко. Молоко подогрело 36 градусов. Грамм 50 вот так волью. Тут грамм 100 у меня осталось. Молочка всего 150 миллилитров. Вот даже вот так вот просто разболтаю и оставлю минут на 5. Прикрою вот так, чтобы было быстрее. Ванильный сахар, у меня тут большая пачка, грамм 15. Отправлю всю. Пол чайной ложечки соли. И оставшееся молоко все сюда выливаю. Размешиваю. Так, чтобы сахар начал таять. Помешала, размешала сахар. Теперь беру муку. Дрожжи у нас постояли буквально 5 минут. Ох, как поднялись. Дрожжи хорошие. Теперь беру ложку. Делаю вот такую вот луночку. И все, сейчас сюда будем выливать. Сразу и масло, и сахар с яйцами. Отправляю все сюда. Отправляю дрожжи сюда. Такие вот они пушистые стали. Забираю все, ничего не оставляю. И замешиваю. С этого теста очень вкусные булочки, пироги получаются. Тесто такое мягкое. Получается воздушное, незавитое. Сейчас вот замесим ложечкой вот так вот. И на вот этом этапе можно отправлять масло. Масло у меня тут 100 грамм. Сливочное. Итак, сейчас ложечкой. Вот так ложкой вмешали, сколько было возможно. Теперь изымаем ложку и руками. Вот это вот тесто сейчас будем месить руками, чтобы масло хорошо вмесить. И нам надо помесить вот это тесто минут 10-12. Вот так вот прямо руками берем в чашки. Тесто мягкое очень. Вот так вот. Подтягиваем к себе и обратно кидаем. Итак, я вымешиваю вот таким вот образом тесто. 10 минут вот так вот стою и вот так вот играюсь. Все. Теперь мы оставляем его подниматься. Вот такое мягкое тесто должно быть. Тогда наши булочки или пироги будут очень-очень мягкие. Накрываю пленкой. Вот так вот. Маленькую дырочку сделаем. Открываю полотенчиком и убираю духовку. Включаю лампочку, чтобы там было тепло нашему тесту. Примерно дадим час, и тесто поднимется. Ох, отправляю в духовку, это тоже у меня тесто. Закрываю, и вот лампочку включаю и оставляю. В течение часа тесто поднимется. Для начинки я беру вот такой вот готовый мак, как бы начинка готовая. Это будет проще, быстрее и дешевле, если честно, приготовить маковую начинку. Вот один пакетик беру. Тут по весу 120 грамм. По инструкции написано 50 грамм. Тепленькой водички, градусов 40-50, вливаем и размешиваем. И оставляем вот так вот, где-то на полчаса разбухать, набухать. Накрываю и оставляю на столе, минут на 30-40. И нам потребуется в самом конце 200 мл сливки 20%. У меня прошел час. Смазываю руки чуть-чуть маслом, чуть-чуть, для удобства. И сам стол. Прям совсем у меня чайная ложечка масла. Выкладываю тесто. Тесто очень мягкое, очень мягкое. Забираю все. Немножко его вот так соберем, ручечку. Все, еще беру капельку масла. Смазываю форму. У меня форма, как видите, вот такая вот гусятница. Теперь тесто разминаю руками. У нас оно отдохнуло минут 5. Все, нам надо раскатать его или руками разминать, как вам удобно. Я раскатаю примерно 30-40. И мы еще дадим, конечно же, булочкам хорошо подняться уже в форме. 45-35. Да, Игорь? Пример. Итак, наша начинка готова. Она подзагустела. Можете сами приготовить. На канале есть.
как готовить начинку маковую. Я беру часто очень вот такую готовую. Вообще никаких проблем, как видите. Вот так выкладываю. Хотите погуще, значит, водички наливайте не 50 мл, как на упаковке написано, а 40 возьмите. А на самом деле это не мак, это черная икра. Размазываю. Вот так размазываем по всему коржу. Теперь сворачиваем в рулетик. Аккуратненько, тесто очень мягкое, но, как видите, тесто не расплывается. Это будут очень мягкие воздушные булочки. Кстати, такой заливной пирог или заливные булочки, кто как называет. Вот так. Оп, переложили. Беру ниточку обычную, простую нитку. И теперь делаю так, подставляю. Ну, где-то в 3 пальца толщиной будем делать. Совсем тоненько не нарезаем. Вот так вот раз. Отделили. Берем аккуратненько и выкладываем. Вот так вот выкладываем. И так далее. Примерно 3 пальца, да? Есть? Есть. Ну, чтобы одинаковая высота была. Почему отмеряем? Аккуратно берем. Аккуратно отделяем и укладываем. Вот так вот. Ну и так далее. Все отлично. И сюда рядышком. Все. Накрываю пленочкой. Вот так. И оставляю. Дадим хорошо подняться нашим булочкам. Все это займет примерно 40-50 минут. Ну, в течение часа, я думаю, так. Оставляю, накрываю и также можно отправить в теплую духовку. Беру чайную ложку водички и желток один. Размешиваю. И вот этой намазочкой будем смазывать пироги. У меня булочки стояли час, поднимались. Теперь смазываем яйцом. Тесто где вот выглядывает. Вот так. И сейчас отправим в духовку. Духовку я, естественно, включила заранее. Нагреваю 190 градусов. Выпекать буду на второй полочке снизу. Внимание, булочки можно приготовить и без сливок, они так вкусные будут. У меня сегодня заливные булочки. Так, мы смазали, даем постоять минут 5, подсохнуть и будем отправлять в духовку. Духовку мы нагрели 190 градусов, отправляю выпекаться, повторяю, на вторую полочку снизу на 20 минут, потом зальем сливками и еще на 15-20 минут отправим. Форма у меня 35 на 25, высота 10 сантиметров. На вторую снизу ставлю 20 минут. Прошло 20 минут. Сейчас зальем сливками. И еще отправим минут на 15-20. Заливаю прямо вот так вот. Сливки у меня комнатной температуры. Аккуратно это делаем, так как у меня форма стеклянная. Поэтому я тепленькие сливки взяла. Температуру немного теперь сбиваем. Где-то 170. И отправляем еще раз минут на 20. Ждем. Последние 10 минут я выпекаю закрытой фольгой. Немножко прикрыла, чтобы сильно не загорели наши булочки. Итак, у нас выпекался всего пирог 40 минут. Изымаем из духовки. Вот такая красота у нас. Дадим минут 10 постоять и будем изымать наши булочки. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш дзен. Заходите, подписывайтесь. Ну, конечно же, всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые-добрые пожелания.
Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!